прошлом году в рамках программы развития деятельности студенческих объединений советом обучающихся был и подан ряд мероприятий всероссийского масштаба. Один из них это был всероссийский студентно-патриотический лагерь, приуроченный к Дню России, который прошел в июне этого года. И второй это как раз был вот данный клубный турнир, всероссийский клубный турнир среди студенческих спортивных клубов «Питерские игры». Благодаря тому потенциалу, который накопился за два последних года в клубе, это именно и организаторский, там какой-то творческий потенциал коллектива клуба, благодаря этому удалось подняться на более высокий уровень и проводить уже мероприятия всероссийского масштаба. Один из сложных таких вопросов именно приезд участников, потому что сложно привлечь ребят из других городов, так как не везде вузы финансируют приезд команд. Рассылали письма из Министерства образования, от университета, от студенческого спортивного клуба. Ассоциация студенческих спортивных клубов России нам в этом помогала. Ну и благодаря этой как бы общей команде, вот общей работе удалось привлечь команды из 12 городов России.